Слава Богу, мы верим в Бога все, да? Но мы кроме Бога, веря в Бога, мы должны верить в церковь. И я думаю, что вы не раз и не первый, не последний раз слышите проповеди о церкви. Но я сегодня еще раз буду говорить, напоминать нам, поразмышляем о церкви. Да, мы знаем, что есть Вселенская церковь, есть поместная церковь. Больше сегодня поговорим о поместной церкви. Вот. Вопрос люди ставят, кто сильнее, Бог или дьявол, тут вопрос-то так не стоит, согласитесь, что Бог гораздо сильнее, и между Богом и дьяволом там, не знаю, не идет война, кто там, Красное море, Бога, Черное море, там, дьявол, там, и битвы такая не рассматривается, идет юридическая война за юридический процесс за нашу душу. Дьявол хочет нас оклеветать, Бог хочет нас оправдать. Во Христе Иисусе мы оправданы, чтобы Богу было основание нас простить. Бог стал человеком, прожил вот эту жизнь, как образ жизни христианина, помазанного Духом Святым. Он творил чудеса, ходил как человек, жил. Он является человеком, Иисус Христос. И благодаря смерти и воскресения мы не просто прощены, мы оправданы. Прощение – это когда тебя простили, но ты понял, ой, ты такой как бы враг народа, слышали? Когда признали врага народа, он мог отсидеть человек, но он с этим пятном всегда ходил, как его дети и все такое, да? Есть прощенный грешник, и вот ветхозаветная церковь, она имела просто прощение. Человек принес животное, но совесть животного человека, совесть, она была осквернена, и совесть человека грешного осуждала. Но когда Иисус воскрес, Он не просто нас простил, и мы прощены, Он нас оправдал. Помните, такое было понятие реабилитация? То есть некоторых людей в нашей стране реабилитировали, они были враги народа, но этот статус с них снимали. Мало того, что мы не просто прощены и оправданы Богом, для Бога, если ты принял Христа, то ты никогда не грешишь. В глазах Бога Отца, перед Его Божьим законом, святым, который есть суд и награда, если ты принял Христа, ты для Бога никогда не грешил. Ты оправдан, но когда ты оправдан, может, ты сделал ничего, ни плохого, ни хорошего. Это тоже статус такой не совсем еще завершенный. И самый главный статус – Господь Иисус Христос принял нас в славу свою. Помните, мы народ-победитель. Слышали, да? Мы народ-победитель. Мы ничего особо не сделали. Наши деды принесли нам победу. Да? Это я почему-то не планировал говорить, но говорю. И мы как бы являемся народом-победителем. Иисус, когда все процессы проживал вот эти процессы на земле пророчески, он говорил, да будет написано, да будет исполнено, да будет написано. Потом какой-то момент, и потом там сказано, что Иисус еще не был прославлен, потому что не было на нем духа. Да? Но как пришел, и потом, когда вот с учениками он сидит, он говорит, Божье Слово говорит, ныне прославился Сын Человеческий. То есть вот эти вещи земные, они, оказывается, нужны были для прощения, для оправдания, или еще, чтобы Иисус был прославлен, потом вошел на небо как победитель, ему вся честь, поклонение, все почести как победителя, написано, Бог нас взял в славу свою во Христе Иисусе. И слава первого, второго храма больше, чем первого. В чем первый храм? Там жертвы, скиния, там присутствие Божие, это для нас, для Бога, как образы. Славы Божией полна вся земля. Кто-то на самолете летал, да, видит, вот, я думаю, духовный мир так смотрит на церковь. Мы вот просто такие люди, а духовный портрет, я, наверное, раньше это сказал, духовный портрет такой, что славы Божией полна вся земля. Бог видит в нас Христа свет. И слава последнего храма, она больше, чем первая. Там просто служение прощения, а тут не просто прощение, а оправдание и слава. Христос в нас, упование славы. Видите? Христос в нас, и Бог Отец видит нас. Как вот, я думаю, духовный мир видит, большой населенный пункт, маленький город, там, большая церковь, маленькая церковь, вот эти огни, электричество, дороги, вот славы Божией полна вся земля. Бог видит нас уже, как прославленных телах сияющих. И это здорово, и это наше упование, и мы к этому стремимся, чтобы войти в эту, удержаться в этой Божьей славе, не променять свой статус
оправданного, прославленного человека во Христе Иисусе. И вопрос не в том, что сильнее, Бог или дьявол, вопрос не в том, что сильнее, Вселенская Церковь или дьявол. Ну, потому что битва идет между Церковью и бесовским миром. Врата ада не одолеют Церковь. Аминь. Врата ада ее не одолеют. Но вопрос, знаете, в чем стоит? То, что сильнее ли бесовский мир или поместная Церковь? Вот здесь вопрос уже тут под вопросом. Церковь может быть, может распасться. Пастор, поместный человек, семья христианская или человек, служитель, он может стоять в Боге, а потом он может не стоять в Боге, он может отойти и потерпеть поражение, кораблекрушение веры. Вот тут вопрос стоит, что сильнее, поместная церковь или бесовский мир? Вот на каждой территории есть поместная церковь, и есть определенный бесовский, ну, духовный мир, да, мы знаем, и есть падший духовный мир, бесы, демоны, и есть на разных территориях твердыни разные, где-то атеизм процветает, где-то колдовство, где-то пьянство, где-то наркомания, и именно поместная церковь противостоит именно поместным бесам в управе. Не Волгоградская церковь воюет с вашими бесами, а вы лично вы. Ну, у нас там свои, у вас свои, да? И поэтому это нужно понимать, что церковь ведет духовный брак. И знаете, вот проявление невидимого Божьего Царства, проявление христианства невидимого, Вселенской Церкви видимым образом проявляется в видимой поместной церкви. Иисус Бог проявился, что его можно было. Говорит, жизнь была с нами, мы еще ощущали, трогали, общались, ели с ним, да, слово, жизнь явилась нам. То есть Бог проявляет свое царство заметным, понятным образом через поместную церковь. Так же, как и бесовский мир, духовный невидим, он проявляется разными борделями, наркоточками, ночными клубами, притонами. Там люди могут поклониться лжебогам, дьяволу, получить проклятие, вкусить трапезу бесовскую. И притча 9 глава, с 1 стиха, здесь как бы я вижу духовный прообраз церкви противостояния и вот этого мира бесовского, который воюет души, за души людей. Помните, да, притча 9 глава, я думаю, все писания хорошо знаете, многие. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов, его заколола жертву, растворила вино свое, приготовила у себя трапезу». Что мы сейчас делаем? Мы собрали аппаратуру, проповедник, который по воскресеньям уходит, священство, пастор или там кто-то. Мы готовим прославление, мы готовим трапезу. Там, да? «Послала слуг своих провозгласить с возвышенных городских». Вот что сейчас призвал Максим Юрьевич, он призывал, чтобы мы пошли и звали людей, говорили Евангелие Иисуса Христа. И мы живем вот в враждебной обстановке, но у нас есть власть. Аминь. И вы должны помнить, вы как чадо, у вас есть власть. Просто начните говорить, да, страшно. Смелый человек это тот, кто не тот, я не трус, говорит, но я боюсь. Смелый человек это не тот, кто не боится, потому что все боятся. Смелый тот, кто боится и делает. Вот переборите себя, вы увидите, как вам это понравится. Потому что Бог заинтересован, чтобы здесь люди избавились, но Он будет спасать людей, которые здесь. Через нас, через вас. Аминь. Вот. «И послала слуг своих провозгласить, кто неразумен, обратись сюда, скудоумному сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мной растворен». Трапеза Господня, Слово Божие. И вот, да, мы эту проповедь слышали, именно чтение Библии очень важно, но очень важно послание, которое проповедует посланный человек в стаже. И оно идет в помазание, и проповедь, Дух говорит церквям, и именно Слово Божие Твое может жизнь изменить. И вот это основное, что мы сейчас делаем, церковь, Слово идет. «Идите, ешьте хлеб мой и вино мною растворенное, Дух Святой. Оставьте неразумие, живите и ходите путем разума». Послали слухи. Любой человек – это продукт все-таки поместной церкви. Реп-центр вот даже есть. Это все-таки продукт поместной церкви. Книжка, Библия. Да, какое-то издание за ней стоял, кто-то вкладывал деньги, да, оно может там межконфессиональная какая-то контора или благотворительный фонд, но все-таки все равно эти люди, они принадлежат конкретной церкви. Вот даже, не знаю, вот РЭТу, которое как бы оно было, да, все равно люди же были когда-то в церкви и открыли РЭТу, да, они все равно были в поместной церкви.
Любой из нас, любая книжка, любая христианская передача, суперкнига, про которую мы сегодня вспомнили, мультики, да, с братьями сидели, ну, размышляли, какие мультфильмы полезные тоже можно смотреть. И братья вспомнили, что в детстве они смотрели суперкнигу. А суперкнигу сделали христиане, которые были в поместной церкви, которые вдохновили и думали, что же сделать. И Дух говорит церквям, и в каждой церкви единство, многообразие. Все церкви, они одинаковые, ну, у кого какое здание, люди больше, меньше, да? Но то же самое прославление, примерно те же песни, также молимся на языках, там, ну это ж чудо, если один на языках, там, в Самаре молится, в Туле, там, в Сибири, в Китае, похожие вещи, ну как в Бога не поверишь? Ну еще раз заявляю, что надо не только в Бога верить, если ты поверил в Бога, ты должен поверить в церковь. Церковь — это институт, который создал Бог. Игнорируешь церковь, ты игнорируешь Бога. Да, ты можешь вне поместной церкви, да, спастись, ну, учитывая, что ты вселенский христианин, но тебе очень будет трудно вообще спастись и войти в полноту благословения, и быть самим собой, и радоваться, наслаждаясь жизнью. Ты должен быть в поместной церкви. Воля Божия, чтобы ты был в церкви. И тому, кто действующий державной силой, может нас делать несравненно больше, о чем мы просим, о чем помышляем. Тому славу в церкви во Христе Иисусе. Вот эта державная сила, которая в нас начинает действовать, ты даже не можешь представить, что с тобой будет происходить, если ты будешь по местной церкви. И вот эта державная сила, она проявляется, и славу Богу ты можешь воздать только в церкви, настоять. Да? Все мы слава Богу говорим, слава Богу, слава Богу, я всегда Бога благодарю. Но если ты не идешь в поместную церковь, где хочет тебя Бог видеть, чтобы поклоняться, то ты не до конца воздаешь слава Богу. И один православный священник, батюшка, я слушал, он говорит, что в церкви вот, мир, как Бог видит всех в церкви, да? Но если ты не приходишь в церковь, там была дырка вот эта, и только ты ее можешь закрыть. Ни Петя, ни Вася, это место твое. Вот этот стул для Гриши с водокачки, но он еще не пришел. Надо, и премудрость послала, слуг открыла реп-центр, открыла тюремное служение, открыла там детское служение, подростковое, потому что многие дети благодаря детскому служению, потом, конечно, их там поболтало, но они уже, когда следующего христианина встречают, у них дух взрывает, и им легче каяться, они уже знают, куда Бог их ведет. Это вот церковь, говорят. Противодействие, 13 стих этой же главы притчи, 13.9. Женщина безрассудная, шумливая, глупая, ничего не значащая, садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогу, идущих прямым своим путем. Кто глуп, обратись сюда, скудоумного сказал. И тот скудный разум, где нет духовных мыслей, церковь призывает к одному образу жизни, а бесовский мир призывает к другому. Этот в церковь, этот на притон пойти там куда-то, или как это сейчас называется. Вводит выкраденные сладки и утаенный хлеб приятен, ибо он не знает, что мертвецы там и в глубине преисподней званые. Церковь премудрость призывает, и бесовский мир призывает, братья и, там, и сестры. То, что с миром, если мы будем заигрывать с грехом, этот грех задает нас до проклятия. Высвободись ты сегодня, может, там ушел, победил, сам себя переубедил, обманул, ты там столбовой дворянка, там рыбка у тебя на посылках, но все-таки разбитая корыта у тебя все равно ждет. И братья за тебя, если будут молиться, ты быстрее придешь, если не идешь, да? Вот, и Дух говорит церквям, что одной церкви, ну, церковь, она похожа, но разные церкви свои есть, ну, как бы, предназначение, призвание каждого служения. Дух там Ладиакийская, там, Смирская церковь, разные знают дела твои, одной церкви ободрение, другой там обличение. Знают твои дела, ты не холоден, но имею что-то против тебя. То есть Бог знает поместно, ну, мы поместная община, Самара, у нас есть слуги, мы послали, все закололи, все подготовили, и Дух Святой нас благодарит, молодцы, там, вот, я знаю, у вас там не преклонили колени,
валом, но имею что-то против тебя. Все равно мы знаем, что Дух Святой нас к чему-то большему призывает. Чтобы мы не просто, чтобы нас дробами сделать, вот как Египет, фараон, рабы, вот кирпичи, отсюда и до обеда. Даже работа в реабилитационном центре – это уже духовная брань, духовное служение. И от того, как ты на работе ходишь, это ты уже, в теме, да, ты в контексте. А контекст очень великий. За нашей поместной церковью в Самаре, в управе, стоит великая история Божьего народа. Мы тот народ, перед которым открылись Черное море, мы тот народ, перед которым стены Иерихона падали. Это мы тот народ. Просто мы сейчас новое поколение. Это ветхозаветная и новозаветная церковь, христианство, оно не началось там 2020 лет назад. Христианство началось тогда, когда сказал Бог, да будет свет. Адам, там, вот пятикнижье там пытались, чуть-чуть только получилось начать. Адам, Ной, Авраам, Моисей, Божий народ, апостолы, отцы церкви, и мы, там, харизматы, баптисты, православные, все это Божий народ, это все история Божьего народа. И ты там часть этой истории, аллилуйя. И я часть истории, поэтому осознавайте себя великим народом. И всегда дьявол будет противостоять поместной церкви. И еще хочу сказать, что мы не должны подражать другим церквям. Да, у нас есть что-то общее, мы можем что-то взять, но, допустим, в другой церкви, например, реабилитационный центр не пойдет. Вот все, модно открыть реабилитационный центр. Как бы ты ни старался в другой местности, Бог тебе не говорил там это делать. Вот там надо детское служение больше делать. Здесь, может быть, особо детское не пойдет, там подростковое, хотя оно, по идее, должно быть. То есть смотрите и слушайте, что Дух говорит церквям. И дьявол особо против христианства не имеет в целом. Круглые столы, там все там, и представители всех религий, конфессий, это толерантность, уважают, ты христианин, вот христиан мы поздравляем с Рождеством, буддистов там с этим поздравляем, вот наш секулярный этот мир, да, это толерантный. Но дьявол 100% будет агрессивно относиться к поместной церкви. Пока ты не постучался к нему в дверь, здравствуйте, мы церковь поместная, вы в этом здании собираемся, вот ваш пастор, вы приходите, приносите десятины, приношения, и вы теперь наши братья и сестры. Реакция будет, сами понимаете. А мы должны это делать, мы должны приходить и провозглашать. И если ты мудр, то мудр для себя, а если буин, то один потерпишь. Вот тут церковь призывает, тут мир призывает. Выбор за тобой. И мудр, это ты же будешь наслаждаться благословением. Если не выбрал христианский образ жизни, а воля Божия, чтобы ты был в церкви, и не просто в церкви, в поместной церкви, и не просто в поместной церкви, а в призвании, в служении. Недостаточно быть в Эдеме, надо быть еще в Эдеме на Востоке, где был насажден рай, да, где вот это все происходило. Поэтому ты и буин, если ты против всего умного идешь, против церкви, что учение, там все такое, и ты один будешь потерпеть. Всегда есть, даже у язычников было такое противостояние жрецов и народа. Вот жрецы там исповедовали культ, там, они там в храме постоянно свои, там, в капищах свои. И как бы этот народ, он тоже поклонялся этому Богу, но они не имели такой активной жизни в этом капище. Они раз-два там в год зайдут. И то, что жрецы навязывают, народ всегда бунтует. Даже вот по нашу святую православную церковь, народ, хоть они православные, но всегда что-нибудь в адрес церкви говорят, вот батюшка, вот все деньги на, вот это надо, и всегда некое, знаете, противостояние, потому что ты как бы сдалека вот это, даже если уже в язычестве такое было, и в христианстве тоже это есть, поэтому чем ты ближе в церкви, чем ты ближе в служении, у тебя не будет недопонимания каких-то процессов, которые происходят в церкви, вот меня, вот а чего, а для чего это, Максим говорил, что в контексте надо жить, надо быть постоянным, надо занять свое место, свой стул, свою пазу закрыть, вот это как бы, картинка есть, встать, и тогда все будет понятно, и будет устройство, и права там, и помолился, небо открылось, помолилось, закрылось, и будет жизнь интересна, а кто
кто вот так сдалека. То есть вопрос, знаете, как есть люди, которые, опять, извините, мысли путаются чуть. То есть мы можем ходить в церковь, а мы можем, а на самом деле мы не ходим в церковь. Мы и есть церковь. Аминь. Мы есть церковь. И осознавай всегда, ты церковь, у тебя есть власть. И кто-то смотрит на церковь как бы извне, а кто-то смотрит на мир изнутри. Вот разница есть же. Как бы ты наблюдаешь за церковь, где-то зашел, где-то помог, где-то поучаствовал, там интересно, что-то для себя подчеркнул. Или ты изнутри церкви, и как вот этот космонавт в открытый космос выбежал, там чуть-чуть побыл в миру, ну как дела-то надо делать, там что-то деньги заработать. И раз назад, и внутри церкви. Вот, и дьявол всегда будет противостоять поместной церкви. 3 Царств, 18 глава, 10 стих. Помните, когда Илия идет, и Ахав, ну, этот, Илия должен был, ладно, прочитаем. 3 Царств, 18 глава, 10 стих. Ну, был Авдий, который скрывал пророков, да, он идет, и идет Илия, который был, как сказать, персона нон грата, Изавель хотел его убить. Вот именно, даже представьте, народ, Божий народ Израиль как бы Господа верил, но они пророков своих убивали, потому что был разрыв большой между практикующим христианством и народом, знаете, такой. Вот Илия был практикующий пророк, призывал к высоким стандартам святости, чтобы валы у них там то не делали, то не делали, а вот это делали. И вот народ даже убивал своих пророков. И вот была засуха из-за этого, проблемы. И вот идет Илия, ему Авдий на встрече, который был такой тайный христианин, кормил Божьих пророков там. И они встречаются. Когда Авдий шел дорогой, 7 стих, на встречу ему идет Илия, он сказал, и пал на лицо свое, сказал: «Ты ли это, господин мой, Илия?» Тот сказал: «Я, пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь, Бог твой». Нет ни одного, вот этот я хотел стих найти, 10-18 здесь ключевой. «Жив Господь, Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни послал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства народа, чтобы не могли отыскать тебя». То есть, где будет Илия, там ухватить, ломать, крутить, да? Потому что нет ни одного народа, нет ни одного царства, где бы против поместной церкви, против живой поместной церкви не было бы агрессии. И я вот на миссии много был в Казахстане, где пока ты просто живешь вот так, как только ты начинаешь проповедовать, что-то людей приводить, всегда будет какая-то агрессия. Вот есть Исфирь, помните, 3 глава, 8 стих, когда Аман говорит: вот есть один народ, на земле живет один народ, твоего закона царь не почитает. Числа, говорит, числа 23 глава, говорит, там показывается духовный портрет Божьего народа, говорит, среди народов не числится. Эти люди среди народов не числятся, и законы этого народа отличны от законов других народов. Мы церковь, наши законы отличны. Мы не вавилонская система, которая строит себе. Да, мы так же, как они, работаем, трудимся, там, нажили-были, как говорится, зарабатываем. Но наша цель, в отличие от Вавилона, который строит, построим себе имя, мы строим такое, чтобы воздать славу. Да святится имя твое, да, а не себе, и не наше имя, чтобы светилось. И поэтому среди у нас другое поведение, у нас другие мысли, у нас другие цели. Среди народов мы не числимся. Чем еще отличались? Вот у язычников, когда вот Израиль пошел, вокруг были язычники, у них были свои храмы, рощи, где они были, культы, жрецы. А у Божьего народа было, когда они вышли из Египта, ни истории, можно сказать, не было ни храма, где они, даже земли своей нет. А что у них было? У них было, помни день субботний, у них было не место, где поклоняться, а время. И этим они отличались, именно время. Бог субботы, когда Бог сделал 6 дней, а на 7-й день наслаждался тем, что Он сделал, почитал. То есть, и народ Божий вот в эту субботу они были должны были находиться в определенном состоянии.
Но мы сегодня, новозаветная церковь, это для нас пророк, потому что Иисус Христос – это есть Господин субботы. Господин субботы, и наша суббота – это покой, это рождение свыше. Ты среди народов не числишься. У тебя не просто ты, вот, ну как бы, чем-то отличается, тремя перстами крестится, двумя, эти в Тацан ходят, это в храм, этот в мечеть, эти там то делают, эти на Пасху то, эти на свой праздник то, эти на день Бабуина то. И мы, ну как бы у каждого, вот и они сраны, мы так хороним, вы так хороните. Нас эта религия, вообще обряды особо не интересуют. Да, у нас есть некие обряды, там, пройдись, венчать, крестить, там, хоронить тоже. И я часто в церкви, у меня служение такое, похороны я часто делаю, ну, свадьбы реже. Вот. Крещу, венчаю и хороню, как настоящий священник. Вот. И чем это... Но христианство — это не обряд, это состояние. Вот наше состояние, чем мы отличаемся от народа, это твое рождение свыше. Еще есть больше состояние, исполненный Духом Святым, суббота, да, это другой уровень состояния. Плюс откровение сынов Божьих, когда ты ходишь, не просто ты служишь и исполнен, у тебя есть цель, ты обо всем судишь духовно, ты двигаешься, вот это состояние. А кто в это состояние вошел, книга Евреям говорит, что для народа Божьего остается субботство по причине того, что те, кто не приняли Христа, это послание написано тем, кто Христа не принял. Ну, у них, они как бы начали христианство исповедовать и опять в иудаизм ушли. И послание к евреям вот идет для этих людей, и для них еще остается субботство. Им еще надо искать это время, чтобы где-то вот найти, чтобы вот как-то сосредоточиться на Боге. Но мы постоянно, у нас суббота, у нас не то воскресенье торжественное собрание, но у нас состояние, вот суббота у нас всегда, это рождение свыше. Вот. И только церковь – это такой институт на земле, который говорит правду. Только у нас истина. Мы столб утверждения истины. Только в церкви говорят о вечности, об истинном Боге. Только в церкви проповедуется Евангелие. Только в церкви на черное, ну, по крайней мере, должны говорить, на черное говорит черное, на белое говорит белое. И у нас есть ответ на все вот жизненные даже вопросы. Потому что душевный... 1 Коринфянам 2 глава 14-15 стих написано так, что душевный обо всем судить не может, ибо обо всем нужно судить духовно. Ну, вот люди размышляют о душевном, это сват, это наше правительство виноват, как ты сейчас сказал, система наша бюрократия, ну как громко сказано, пойдем на митинг, разобьем этот ларек. Душевные люди, они так это воспринимают. Нет. Всякая власть от Бога, ты понимаешь, откровение. Люди, которые к власти пришли, они грешники, но сама система власти, она, это милость от Бога, это правильно, просто должны быть люди, и, ну как, повиноваться этой власти, если своим же погонам, а не просто выгоду из своих погонов. Ну, то есть, и душевный человек вот примерно так рассуждает, а духовный, всякая власть от Бога, вот этот, ну, я помолюсь, и если вот этот бюрократ, он уйдет и сядет на это место, ну, другой человек, и он мне подпишет, потому что нам по закону борщ, мясо положено. Положено, говорит, ешь. Но тут не положено, говорит, ну не положено, не ешь. Вот душевный, он так, свата, брата, там меня теща виновата, тот виноват. Но человек, рожденный свыше, который в субботу, он слышит от Бога. Где молчать, где говорит. Вот, кстати, вчера, вот на днях мне понравилось служение, было в центре, Максим говорил, ну, братьям, учил, как их, ну, общаться, ну, надо, ну, с людьми общаться, там. Как бы мы среди народов не числимся и отличаемся от других народов тем, что мы не можем себе позволить то, что могут позволить себе мир. Там по столу, даруй, да мы сейчас машины спалим, деньги. Он говорит, да, мы должны в ну, молчать тоже, ударили по левой, поставь правую. Но при этом Иисус, он говорил, что ты бьешь меня, да? Он как бы страдал, но он при этом говорил. И в отличие от мира, мы многое всего не можем себе позволить, потому что мы, как знаете, как стреножим, вот как конь соревнуется, мы, ну, у нас как бы вот эти, знаете, как мы в рамках гнева есть, гнев — это естественная реакция человека на несправедливость, но гневаясь не согрешай, ты не позволь себе, ты не будь забитым, говори, но не позволь себе выйти за рамки вот то, что тебе нельзя.
культурно поругайся по-христиански, ну как поругайся, скажи истину, говори правду. Они просто не привыкли правду слышать. Вот. И, кстати, мы помолились, и было пророческое слово, и уже там лед тронулся, как говорится, да? Вот. Поэтому мы обо всем судим духовно, и мы можем сказать человеку правильные вещи, оценить правильную жизнь. У нас есть библейское консультирование, есть дары, есть пророки. Даниила, 2 глава, 10-11 стих. Помните, когда... когда Навуходоносору снится сон, да? Снится сон, он не может понять, что происходит. Он великий Навуходоносор, там построил Вавилон, у него все схвачено, за все заплачено. Он не привык к такой ситуации, всегда был. Но пришла ситуация, что он не справляется с жизнью. Есть люди сильные мира сего. Есть люди, которым на первый взгляд они счастливые, влиятельные, привлекательные, у них все хорошо, в Бога не верят, ну все классно. Но бывает, он деньги зарабатывает, так, а сын наркоман, он и туда пробовал, и туда, и ничего не работает. И деньги, и лучших хирургов, и лучших психологов, и там все включил, и ничего не работает. Примерно у Навуходоносора была такая ситуация, на все, что он опирался, не работает. Халдеи, вот эти жрецы, они не могут ему ответить. И он сказал, если вы мне не истолкуете вот это, я вас всех в куски разрублю. И что отвечает халдей? Даниила 2 глава, 10-11 стих. Халдеи отвечали царю и сказали, нет на земле человека, который бы мог открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайновеца, гадателя и халдея. Дело, которое царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Кроме, они понимают, что ситуация, может быть, и есть выход, но это обитание не с плотью, это обитание с духом. Наш Отец, Он Отец Духом. Бог Отец, Он Бог твоего духа, не твоей плоти, о которой мы помним, греховные, вчера разбирали, грешные, мы его даже фамилия, мы не знаем, да, как грешную плоть зовут, но мы вам не скажем. Это у нас тайна такая, даже Максим Леонидович не говорит. Мы эту плоть назвали по фамилии. В общем, Бог не обитает в твоей плоти. Плоть грешная, да, она противится. Живущие по плоти Богу угодить не могут и не способны. И живущие по плоти есть враг против Бога, да, вражда против Бога и мысли. Но Бог есть Отец твоего духа. И все, что ты пробовал по плоти, оно не работает. Ну, кроме духа. Как еще раз? Дело, которое царь требует, трудно. Никто не может это открыть, кроме богов, обитания своего. Отец не обитает своего, он обитает свой дух. Когда ты живешь по духу, когда ты живешь в церкви, когда ты дух говорит церквям, твоему духу говорит, тогда ты начинаешь, из твоего духа все начинает рождаться. По плоти делаешь, ничего не получается. По духу обо всем судишь духовно, живешь по духу, поклоняешься в духе. В церкви слышишь, что дух говорит церквям, не... Мы любим смотреть всякие проповеди, и слава Богу, много там пастор Шевченко, там как сейчас пандемия пришла, там любитель, ну как народ рассыпался, каждый по-своему. Но основное блюдо, да, дух говорит именно к Управской церкви, к вам сама через вот эту кафедру. Неважно, как кого сюда позвали, ну важно там, но вы сами как бы решаете, да, но все-таки ожидайте отсюда. И вот эти узлы, которые будут 5.12, да, этой же книги 5.12. Потому что в нем Даниил, который царь прозвал Валтасаром, оказался высокий дух, ведение, разум, способный изъяснять сны, толковать загадочно и разрешать узлы. То есть вот этот превосходный дух, а я вижу в этих... в местах Писания про образ церкви, по местной церкви, способность истолковать, разнесять. Потому что у человека может быть такая безвыходная ситуация, он пытается решить, но он не может понять, что это духовная сила. Церковь имеет власть прощать грехи, разрушать проклятия, проповедовать, там, молиться. К концу, мы это называем, вот в колонии, я
называют библейское консультирование, ну, когда чиновникам там, да, вот что уходите, я говорю, мы здесь, ну, мы как бы не психология, психология это когда внутри, а душевно там, вот в себе разберись, вот, вот такое есть, там, да, а библейское консультирование, оно отличается от психологии тем, что ты показываешь человека в системе координат. Вначале Бог сотворил небо и землю, бытие, книга Откровений заканчивается, грехопадение Адама, родовое проклятие, жертва Иисуса Христа, вот тебе жизнь, вот тебе благословение, но повелевай тебе, выбери жизнь, вот тебе церковь, вот тебе путь Господень. И потом уже ты ему говоришь, что не брат, не сват там виноват, или не администрация, там, или тот, кто там кошелек подкинул, Жиглов там это вот, помните? Петю Сапрыкин не возьмет, кофелек, какой кофелек, помните, да? Ну, казалось бы, он мог сказать, несправедливо, у меня же все, милиция, там все плохо, там бей, там это все. Но на самом деле, а сколько Костя Сапрыкин этих надергал кошельков, говорит, к Шарапов говорит, наказания без вины не бывает. Ему нужно было пистолеты, ну, про Груздева, если говорить, помните это кино, да? С женщинами своими разбираться вовремя, и пистолеты. Где попало, не разбраться. Так что Шарапов, наказания без вины не бывает. Ну, примерно так это звучит для грешников. Ты посмотри, ты перемирись с Богом, а Бог уже будет решать твои проблемы. А так ты грешник, это проклятый человек. Именно у церкви есть решение против проклятия. Не бабка-гадалка зашла. Только церковь может снять проклятие, извините за эту ересь, да? Церковь может снять проклятие. Как она может сказать? Ну, теперь правильно. Проповедую, когда человек принял Христа, помолились во имя Иисуса, бесов выгнали именем Иисуса, исцелили человека, и он ходит, как вот этот бесноватый Гадаринский, в здравом уме, что все ужаснулись. Сегодня у вас такая, я так, ну как, в привычном, у нас сцена большая там, ну, а тут у вас сестры, тут братья, это, и я в Пятидесятнической церкви проповедовал, вот так вот, ну как бы, ну, чуть-чуть не свой тарел, но я выдержу, традиционно, где-то с косынкой, это, ну, это тоже церковь, и это очень, и там не меньше присутствия Божия и дел Божьих, я хочу сказать, да. Вот, поэтому церковь – единственный институт, который знает истину, столб утверждения истины. И мы проводим библейское консультирование, только мы можем проповедовать Евангелие, только церковь решает вопрос, ну, Бог через церковь решает вопрос людей, самый главный, не бытовой, не жили-были, там все. Самый главный вопрос – это спасение человека от ада. И только у вас, если вы не скажете, ну, кто еще скажет? И даже, ну вот, боязливых и неверных Бог не совсем приветствует. Боязливый, еще раз говорю, смело это боишься, но говори. Ну, надо говорить, по возможности, там, проповедовать, призываю вас тоже. Марка 2 глава, 9 стих, 10. Марка 2 глава, 9-10 стих. Потому что иногда мы, церковь, можем, ну, как бы, заниматься хорошими делами, но главное мы можем на второстепенное поставить. Самая главная задача церкви – это проповедовать Евангелие. Если мы не проповедуем Евангелие, нас особо никто не будет трогать. Как только мы начнем, вот ты приведешь там человека, одного, второго, потом муж прибежит, ты куда я привел, ты что, ну как делаешь пастор там, ты и так далее. Ну, представьте мужика неверующего, который куда все заманили жену, а естественно, он придет сюда. Ну, много таких случаев было, приходили на разборки, потом пасторами становили, потому что Господь сильный. Марка 2 глава, 9-10 стих. Что легче сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, и говорит расслабленному, встань и ходи. То есть мы имеем власть прощать грехи. И что легче? Сказать исцелись или простить грех. В контексте вот этой истории, ну, это Иисус задает вопрос, для Иисуса Христа было, я раньше думал, что исцелить сложнее, потому что, ну, представьте, человека исцелить это. Но целителей много, у нас даже Кашпировский, Чумак, помните таких, да, целителей, и чудеса там, и больницы, сейчас препараты хорошие, и всякие там, ИВЛ там, как легких, вакцину Спутник Ви уже у нас есть, уже люди побоялись пандемии, перестали, а уже вакцины.
вакцина есть, так пойдет, короче, и так далее. Но Иисусу было сказать сложнее гораздо, что прощаются тебе грехи, потому что вот второзаконие 18:15, я не буду открывать, там Моисей пророчески говорит, из среди братьев ваших Бог воздвигнет вам пророка, и его слушайтесь, как меня. И когда Иисус говорил, вы слышали, что сказано древним, там, не убей, а я говорю вам, то есть Моисей это верный, а он Моисея цитирует и теперь говорит, а вот я говорю, то есть он претендует на то, что он и есть тот пророк, которого теперь это Ветхий Завет заканчивается, теперь новое движение, новое религиозное движение. И Иоанново крещение, ну как, как они подходят и говорят, вопрос задают, а Иисус говорит, можно я у вас прошу, а Иоанново крещение откуда было? Вопрос задают. Ну, они начали как раз, если скажем, не от Бога, народ, ну, не знаю, я вам скажу. Иоанново крещение, и Иоанн говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть Иоанн говорит, что вот идет за мной, который более меня. Иоанн в Ветхом Завете самый крутой пророк, но меньше мы в Царстве Божьем, больше его. Мы в новой системе, в новозаветной, как бы люди там страдали, даже средние века, брать там мытарство, там вот эти все страдания в монастырях, это христианство. А если Ветхий Завет брать, настолько сложно было. Но мы сейчас собрались, помолились, нам и жертвы не надо, и мясо рубить не надо. Помолились, ну нам гораздо лучше, мы больше их. Они стараются больше, но мы духовно выше их. И к чему я говорю? То есть пришел момент, когда фарисеям нужно было признать его господство. Господство. То есть, представляете, это как он говорит, мытари и блудники, фарисеям говорит, идут в ад, мытари и блудники, вперед вас идут Царство Небесное. Потому что они не приняли крещение от Иоанна. То есть, а для фарисеев это, ну, теряешь свою, они же, представляете, они получили самое главное, на первых местах сидят. Ты дослужился при коммунизме до генсека, и только тебя назначили генеральным секретарем Советского Союза, и Советский Союз распадается. Теперь время олигархов и барыг, и пошло-поехало. Представляете, как сложно перестроиться было? Ну, примерно так. То есть они должны были вместе, они же даже с ним не общались, с грешниками. Вот закон, ну, как вот все, там, нечистые. А теперь им нужно было стать в одну очередь с мытарями, с блудницами и грешниками и креститься от Иоанна, чтобы принять власть Иисуса Христа. Поэтому Иисусу Христу было сложнее сказать, это он заявил, это политическое заявление, за которое он просто, ну, оно с того и началось. Вы знаете, что Иисуса хотели политически использовать, сначала царем сделать движение, потом убить его хотел, и как бы тоже не совсем как бы просто знал, говорит, весь народ идет за ним, сейчас он объявился мессией, сейчас римляне придут, нас в храм зарушат, и давайте лучше один погибнет, чем Иисусу было, чему я говорю, легче быть просто благотворительным фондом, да, мы просто мы добрые, вот тут помогаем, и такие люди принимают, да, а когда ты говоришь во имя Иисуса Христа, и когда легче быть благотворительные фонды нужны, и у нашей церкви, и, наверное, у вас есть люди, которые занимаются этими вещами, просто, ну, не всегда, ну, учитывая нашу страну, там, если в исламской стране, то, ну, где убивают, там, ну, просто так, умереть раньше времени, ну, не надо, надо какой-то рецепт, магазин там, да, бывают какие-то клиники открывают врачей, женщины парадже, только может показаться врачу, а врач христианин пока лечит, проповедует, это тайна, но не этот, Иосиф Аримафейский, помните, он был тайный ученик, но пришел момент, когда он объявил он пошел за телом Иисуса. Когда-то тайный ученик должен стать явным. Помните, Мардохей говорит Исфирь, ты о своем родстве не говори. Но когда придет момент, иди за мной, и Исфирь открыла, что она не Исфирь, а Гадаса, да? И она Божий народ Израиль. То есть понятно, что есть, если ты там министр там
образование, все такое, там, депутат, раньше времени говорит, но ты просто осознаешь свой час, когда ты говоришь, ну, это все равно легче быть просто добрым мальчиком Бори, нежели пастором. Когда добрый мальчик Боря, о, молодец, там, вот, гостинцы дает, а когда ты начинаешь Евангелие проповедовать, сразу агрессия. Вот мы как-то едем на речном трамвае с семьей, детки, тут у нас синтезатор, служение проводить через Волгу едем, и речной трамвай, такие все, нашей семьей все умиляются, тю-тю-тю-тю, добрые, общаемся, я раз за Евангелие, раз говорю, а мы церковь, тетенька как подменили, она была тоже в бабайку превращать, а мы все там, ну, вы замечали такие вещи, да? И поэтому и мы боимся проповедовать, но мы все равно огонь на себя. Иоанна 7 глава, 7 стих говорит, мир вас не может, а меня ненавидит, потому что я обличаю, что дела его злые. Правда Божия, что все согрешили и лишены славы Божией, и получаю оправдание только в Иисусе Христе. Тем более, когда ты приезжаешь в другой народ, я немножко был, но там не совсем агрессивный ислам, но тоже сталкивался, ну, мусульманину иногда надо, ну, они же, ну, вот и Бог, и Аллах, это Иса, Иисус и Иса, это разные вещи на самом деле. Иса в Библии, Иса в Коране пророк, Иисус Христос в Библии, это две разные вещи, две разные личности. Иногда придет момент, когда, ну, будь готов, что, ну, не бояться обидеть. Знаете, христианство, оно в деяниях апостолов, да, когда описывается первая церковь, ее дела, она говорит больше, чем церковь не является. Церковь не является очередным культом, да, как бы. Церковь не сотрудничает не с другими философиями. Помните, когда идут апостолы, и одна прорицательница говорит, вот рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения. И так несколько дней делали, да? И потом возмутился Павел, говорит, выйди с нее дух во имя Иисуса. Выгнал ее, те, которые за ней стояли, как бы, ну, агрессию по отношению к церкви, к апостолам проявили. Почему так получилось? Сначала, как бы на первый взгляд, что тут такого? Она же говорит, что вы рабы Бога Всевышнего, да? Путь спасения. Ну, говорят, что в оригинале там написано, что они возвещают один, как и, ну, вот, она, вот так. Вот эти Божьи люди, они, как и мы, которые здесь вот кручу-верчу запутать хочу, помните? Как и мы, возвещает один из путей спасения. То есть христианство, оно не сотрудничает. Христиан называли атеисты. Первые атеисты это были христиане, потому что они не верили в Бога. Они не верили в богов. В языческом мире за каждой территорией есть свой Бог. В Афинах один Бог, в Артемиде, в Ефесе другой Бог. Арделика, Артемида, Ефеска. Я с Афин приеду, помолюсь вместе с ними, с этой Артемиде, Афины не обидятся. Но когда ты житель Афин и говоришь, я не буду поклоняться вот этой афинской богине, то здесь вопрос, местные жители, может сам Бог не обидится, но местные жители восстанут, ты говоришь, из-за тебя одного в народе нас, короче, Бог не даст на дождя, ну-ка иди в церковь, ну-ка будь коммунистом, ну-ка будь там тын-тын-тын-тын, то есть заставляем, потому что завет у божества не с человеком, а с обществом. Каждый народ себе Бога выбирал, они понимали, этого можно подкупить. Это вот. Бог, мы когда приносим десятины приношения, мы Бога не подкупаем, мы просто его почитаем. А там Бог, ну законы, конечно, действуют, мы это видим, но наши мотивы не подкупить Бога. Мы не язычники, наше мышление мы не другое, не как у других народов. И поэтому сложнее христианину вторая заповедь. Господу Богу одному служи и ему поклоняйся, что мы сейчас делаем. Но вторую заповедь сложнее. Не поклоняйся другим богам. Не участвуй в других вещах. В этом мире, в его разврате. Потому что когда Сидрах, Месах и Авдинаго услышали вот эту трубу, и надо было поклониться истукану Навуходоносора, они это не сделали. И на них была очень сильная агрессия. Потому что это вторая заповедь. Поэтому христианство, оно не терроризм. Потому как они говорят, вашего храма не разрушили, вашу богиню там не ломали. Христианство не сотрудничает с другими философиями. Христианство это состояние, это вообще не религия, это история Бога, которую он начал еще
много лет назад, и эта история продолжается. И мы с ним, я на 3.16.21, я на 3.16, вот 21 стих, известное место, да, ибо так возлюбил Бог мир, да, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не Ему не погиб, но имел жизнь вечную. Мы говорим о вечной жизни, только церковь, этот стих, это только наш стих. Ни другая какая религия этому не предложит вам, потому что мир во зле, и Иисус только выход один. Только путь, истина и жизнь, Христос. Нет другого имени под небом данного человеком, который надлежало бы нам спастись. Это за... Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Здесь пропустим. Суть состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот люди, суть стоит в том, что свет пришел и есть тьма. Свет нам нравится, но тьму мы тоже любим, и даже больше любим тьму, вот эту жизнь. Мне нравится там побухтеть и опять прийти в реп-центр, чтобы братья меня спасли, раны мне залезали вместе со мной, поплакали, чуть-чуть поправился, раз-раз и опять, да. Люблю церковь, люблю я церковь из людей, но вот иногда вот эти вещи, которые я тайно там планирую, да, как блудный сын в дальней стороне, да, хотел в дальнюю страну пойти. Вот это тоже не хотел говорить, может, я говорил здесь, раз на этом месте, да, три состояния блудного сына. Он в доме отца, все имеет, вкусно ест, сладко спит, но его тянет в эту страну дальнюю, да, хочет куда-то убежать. Второе состояние блудного сына, он у разбитого корыта, в притоне, гниет, страдает, мерзнет, голодает. Третье состояние блудного сына. Он опять в доме отца, он опять сладко спит, вкусно есть. Но в чем разница между первым состоянием в доме отца и вторым? То, что его не тянет уже. Кому-то придется перейти, чтобы осознать, что церковь – это самое лучшее место, где ты можешь оказаться. Все, что здесь, вот сейчас, это, что здесь сейчас происходит, это настолько круто, настолько велико. Хотя мир это может не признать. Почему? Потому что, ну, как-то это все выглядит, они там, выходи, я в зале стоял, пел, смотрю, они спускаются, и похихикали, что-то какие-то тут странные людишки собрали. Но над Новым Ковчегом тоже смеялись, какой-то корявенький что-то там делает, вот этот Ной со своей семьей, что-то какую-то они звук каких-то, трапезу тут какую-то делают, смеялись. Но пока времена поменялись, и Ноев ковчег — это была самая востребованная на планете Земля, самая крутая, самая дорогая вещь, которая вообще была. Покрыла все, и Ноев ковчег. Поэтому мы в правильном месте, мы в ковчеге, мы в поместной церкви, поэтому держитесь за поместную церковь. Вот. Вот скиния, много прообразов в церкви Ветхозаветной, скиния, куда должен был сосредоточен Божий народ, на скинии, на храме, да, и именно церковная жизнь христианина, верующего человека, она сосредоточена на церкви. Бог создал семью и церковь. Семья главная и церковь. Очень круто. И хотелось, дай Бог всем нам, чтобы мы, наша семья, все наши семейные, ну, к сожалению, не все, да, но было в церкви. Семья и церковь, как два сообщающих сосуд. Сильная семья христианская и сильная церковь поместная. Это успех и обществу, и нам, да. Вот. И скиния собрания, да, куда было сосредоточено общество Израиля, она называлась скиния собрания. Бог говорит, не оставляйте собрание своего, как у некоторых были. И вам, вас призывают не просто так, чтобы, ну, пастор призывает, вот приходите, вот он, ну, это не ему нужно, это нам нужно. Это не Богу нужно, это нам нужно. Потом эта скиния после скинии собрания превращается в скинию откровения. Она также названа скиния откровения. И скиния откровения, вообще сама скиния, она
была покрыта синими шкурами, ну, внутри там золотой жертв, все изо, но потом было бараньими синими шкурами покрыто, и на первый взгляд со стороны не очень красиво, и мир на церковь смотрит, и она особо не привлекательна. Но когда ты внутрь заходишь, когда священник там лампады зажег, свет, разложил хлеб предложения, зажег семисвечник, тут начинает все блистать, и Бог приходит в ковчег и говорит тебе послание. И ты настолько переживаешь, настолько это благословенно, красиво. И когда я пришел в церковь, сначала церковь, ну как и все, да, потом я стал видеть нормальных людей в церкви. Помните, царица Савская приходит такая, послушает мудрость Соломон, и для нее это было откровенно. Говорит, даже твои слуги, говорит, слышал о тебе, но я не думал, что тут все так круто, все правильно, ответ. Она с двумя высшими образованиями, ну, к примеру, образ современный, там, приходит, там, вся такая холеная, там, ну, так, и в загадке, там, задает, а что, Соломон, скажи, а что впервые, да, курица или яйцо, да, вот философы думают. Христиане знают, я как бы шучу, христиане знают легко, не надо думать. Курица, почему? Бог сотворил курицу, сказал, плодитесь там, наполняйте. А что сильнее, вода там или огонь? Тоже можем ответить, да? Бог есть огонь поедающий, да? Любовь не потушит большие воды. Ну, как бы на скид, но у нас есть на эти вопросы, и мы начинаем получать откровение, наш дух ликует, мы поняли, уже нас не привезут, ты куда хочешь, да это вы неправильно, это не у вас крыша, не у меня крыша поехала, мне ее на место поставили, вот. Тимофей этот, потом эта скиния превращается в скинию свидетельства, твоя жизнь начинает, ты приходишь просто в собрание, и вспомните, Руфь, она пришла на поля, в полей Мавицки, как ежичница, проклятие, все. И она приходит на поле, и она сказала, твой Бог будет моим Богом, ну, Наими, да? Твой народ будет народ, твоим народом, куда ты, туда я. И она начала изучать вот эти законы, заповеди, определения, о которых я тут уже когда-то проповедовал. И начала изучать вот эти библейские законы, чтобы ты знал, как поступать в доме Бога живого, который столб утверждения истины. Мы начинаем получать откровение и жить со следствием откровения. И она с задворок, вот с этих полей, где она эти колоски подбирала, потом охапки, потом она стала, ну, вообще хозяйкой этого поля, да, как жизнь развивать. И все увидели реально, как человек из проклятия вошел в благословение благодаря поместной церкви. Бытие 28 глава, помните, когда этот Яков шел, устал там, убегал там весь разбитый, разочарованный, на камне спит, и смотрит, видит лестница, да, небо открыто, лестница, стоит Господь, и ангелы сходят, не сходят Сына Человеческого. Он просыпается, говорит, как страшно сие место, это не иначе, как Дом Божий, врата небесные. Вот и 1 Тимофея 3:15, говорит, церковь, столб, это Дом Божий, да, Дом Божий, и там было сказано. То есть церковь – это врата небесные. Из духовного мира все решается в духовном мире. Мы же не просто земные, просто, мы же еще и духовные. Духовный мир влияет на земной мир влияет, что на земле развяжете, то на небесах. И вот это вот обмен веществ. И ты, когда духовно живешь правильно, по западным уставам определения, в любви, не с плотью твоей боги, а твой отец твоего духа, ты живешь по духу, и врата небесные. И в твою жизнь приходят из небес какие-то вещи приходят, с духовного мира, который проявляется видимым материальным образом. И если взять Руфь, возвращаясь к ней, она из проклятия видимым образом и экономически, и психологически восстановилась, и стала, ну, такой элитой даже на тот момент. Частью элиты, и вообще вошла, так, наверное, лучше говорить, вошла в родословие Иисуса Христа. Врата небесные. Помните, Иисус идет и заявляет, что ныне будете видеть ангелов, сходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Он заявил эти вещи, ну, я думаю, для нас, язычников, которые мы читаем Библию, середины. Мы читаем, ибо покайтесь, приблизилось Царство Небесное, да? Ну, нам как-то потом, это как фильм середины надо смотреть, да? Вот мы включили фильм,
И смотришь вот это, а в конце фильма понимаешь, это главный герой, это плохой, это злодей, а добрый, оказывается, вот так было. И не зная Ветхий Завет, мы читаем фильм, ну, смотрим Библию как фильм середины. А для еврея, когда они слышали, что будете видеть, как ангелы сходят, нисходят к Сыну Человеческому, он говорит, что вот я сейчас для вас, это то, что для Якова было это место, Дом Божий. Я сейчас для вас, это то, что для Израиля была скиния. Я сейчас для вас, это то, что был храм в Божьем народе. Я сейчас для вас, ну, это в центр вашей жизни, вы должны сосредоточиться на мне, на моем учении, я путь, истинная жизнь. А я, вы слышали, сказано, а я говорю вам, да? И вот. И сейчас церковь, это тоже врата небесные, это тоже центр жизни. Христос, не просто надо верить во Христа, а надо верить в Его церковь. Потому что потом, после воскресения, Дух Святой входит, приходит система, это туда шло, вот туда. Мы все крещены Духом Святым в тело. Рождаешься свыше, это как система. Павел туда, Петр туда, Андрей туда, как попал. Дух Святой сошел, все включились, и система. Один апостол, пастор, евангелист, каждый свой понял, где его место, в Эдеме на востоке, призвание, устав, заповеди, определение. И то, что Дух говорит церквям, именно нашей церкви, управил, это надо слушать. Да? Вот, это очень важно. Мы говорили, что о церкви, да, по местной, я еще чуть-чуть не заканчиваю, но еще есть одно хочу сказать. Ну, постараюсь быстро. Псалом 30:22 говорит, что ты явил мне дивную милость в укрепленном городе. Укрепленный город, Давид, да, говорит, что церковь — это есть укрепленный город, где ты можешь получить библейское консультирование, где ты под покров. Почему очень серьезно, когда отлучают от церкви, ставят на замечание и отлучают от церкви. Это серьезно. Просто люди так приют, в ту пойду. Отлучили, да? Ну, надо эти серьезные вещи, люди правильно переживают, когда решают вопрос, а как вот это, потому что церковь — это укрепленный город. Аминь. Как видит враг в духовном мире церковь? Почему мы боимся? Потому что мы не всегда осознаем, кто мы. Я сейчас говорил, что церковь — это мы тот же народ. Духовный мир, духовный портрет. Екклесиаст, 9 глава, 14-15 стих. Сейчас мы будем говорить о духовном портрете церкви, как духовный мир смотрит. Я прообразы себе нашел, с вами поделюсь. В местах тоже такое. Город небольшой, 9:14-15, Екклесиаст. Город небольшой, и людей в нем немного. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему приступил великий царь и обложил его, произвел против него большие осадные работы. Дьявол приехал, наркотики, тут кого-то развести, кого-то повесить, кого-то в тюрьму, там, ну, знаете, как грех процветает, да, через разные вещи. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город, однако же никто не вспомнил об этом бедном человеке. То есть какой-то просто человек, и из-за него никто даже не понял, что произошло, там царь куда-то. Просто я здесь вижу, вот мудрый, начало мудрости, страх Господь, блаженные нищие духом, да, ибо их царство небесное. Вот этот мудрый, ну, по сравнению с элитой, тут как с хозяевами завода, олигархами, мы как, ну, при всех наших состояниях, да, машины, кого-то что-то есть, все равно мы бедные, потому что мы особо и не стремимся, как бы нам деньги нужны не как цель, нам деньги нужны как средство, да, и дай Бог, чтобы у нас их как можно больше было. Но мудрый бедняк, это я вижу прообраз по местной церкви, которая останавливает эти осадные работы. Вот, это духовный портрет. Числа 22 глава, когда этот колдун, уже пророк, Валах нанял Валана проклять Божий народ. Только с горы захотел проклять, говорит, я не могу этот народ проклять. Он как вол пожирающий, он идет тут нам всем, все, кранты, все, шеф пропало, потому что с этим народом мы не можем связаться, это духовный. На первый взгляд, там армия поселила, даже к Иерихону, вот к земле обетованной подходят, иерихонские жители говорят, соглядатай, это духовный портрет нас с вами, меня, тебя, вас, по местной церкви вашей, духовные портреты. Они говорят, что мы слышали, как между
вы осушили воды Иордана, мы слышали 10 казней египетских, это же про нас тоже. Они, бесы-то они вечные, ну как, они тоже вечные, но они давно живут, спокон веков знают, как людей пугать, обманывать. И они так пышно выли, Рихон такой, автобан, две машины, ну, стена как автобан, две машины, две колесницы. И казалось бы, дьявол, проблема, этот грешник такой стоит, Гриша с водокачки, который должен там сидеть, и мы как бы боимся к нему подойти, выглядит, а что сказал раб? Говорит, против вас у нас духу нету вообще-то. Иерихон заперся, был в страхе, а выглядит грозно. И в притче там еще одно место, 21-22, там написано, что я вот примерно вчера с таким пообщался, 21-22. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую не надеялись. Ну, в миссионерской жизни много было вещей таких. Когда ты ходишь, там попроповедуешь, ну бабушке легче, Валя, Бог тебя любит, и там ходит Гриша с водокачкой, там толпа деревенская, вчера футбол играет, там с одними, начал общаться, пытался, но он так говорит, Бога верит, там рассказал, что он чуть не погиб год назад, там, говорит, Бог тебя спас, да, книжки даже, говорит, у меня есть. И я иногда думаю, эти местные жители, о, это Гриша с водокачки, ты к нему не ходи, потому что это страшное дело. Да? Он в субботу уйдет, морда красная, с этой стороны никого не трогает, а его сын с другой стороны деревни по субботам никого не трогает, да, как в этом юмористическое это. И ты, и вот этот миссионер с Библией в очочках подходит и начинает ему проповедовать. Гриша с водокачки упал, плачет, показывает рецептор у них. Таких вещей, таких много. Реально, потому что это Гриша, который пытается показать, какой он такой. Это мальчик Григорий, который молнии боялся, собачку там жалел в детстве, там, или там, ну, какие-то там, помнит, как над ним смеялись. Но у него сердце раненое, поэтому он вот этим закрылся, еще дьявол его накрутил. А на самом деле это прекрасная человеческая душа. И как цветы тянутся к солнцу, так душа человеческая к Богу. Просто ему никогда еще никто не подходил. Даже он будет уважать, вот этот маленький придет в отчетник миссионер и будет ему говорить, он только за это зауважает. Ну, такого не было с ним. Ну да, могут и побить. К 10 подойдешь, побьют, а 11 придет и сядет. Поэтому ну, надо это делать. Очень важно в церкви, чтобы получить силу. Ну, сейчас надо сокращать, да, своими словами буду говорить. Еще так, Псалом 54, 10-15. Это поместная церковь, она имеет власть, нужно осознать, что мы имеем власть, дьявол нас боится, мы в духе выше, чем любой бес, который здесь. Псалом 24, но очень важно, чтобы в церкви было атмосфера хорошая, потому что если у нас нет атмосферы в церкви, потому что а Библия и Павел, и учение о церкви, и Иисус Христос очень об этом говорил, как о важном. Помните, он говорит, что любите друг друга, классическое, да, любите друг друга. Если будете иметь любовь между собой, то мир познает, что я послал вас, что вы мои ученики. Это очень важно. Малахия говорит, что примиритесь отцы с детьми, поколение с поколением, дабы я не пришел, не поразил землю проклятием. Очень важно. 54, 10-15 стих. Расстрой, Господи, и раздели языки, ибо я вижу насилие распри в городе. Видите вы, да? Насилие распри. Днем и ночью ходят они кругом по стенам у злодеяния и бедствия посреди его пагуба, посреди его пагуба обман, коварство не сходит с улиц его. То есть, видимо, это все плохо. И здесь он как бы вывод, причина, одна из причин, я считаю. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мной, от него я укрыл. Но ты, который был для меня тоже, что и друг мой, и близкий, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. В Дом Божий ходят верующие люди, христиане. Да? Искренние беседы только христиане. Вот, были христиане, поругались. И это бы говорил, ладно мне бы язычник на меня материл, но ты уже мой брат, ты так мне подло сделал, атмосфера. И из-за этого насилие распри в городе, ну как духовный, как бы
Поэтому, чем мы в любви будем, чем церковь превратится больше в семью, в настоящие искренние братские отношения, тем больше мы будем влюблять. Тем у нас, если этого меньше, тем дьявол получает вот это юридическое право проклинать. Там, помните, любовь в голову бросил, жену уехал там, на море, там улетает. Там. А потом, помните, да, это все? Вот. Бросил все, жену бросил, с детьми что-то бес попутал, живет там все. А потом раз, на соседней улице баба Зина, сестра и дядя Петя своей женой, тетей Машей, пришли на домашнюю группу, ячейку провели, попели, обнялись, присутствие Божие. И этот сосед, вот этот, который убежал, что-то говорит, к детям тянет, все, помните, как ее бросать, нет, не могу, без семьи, побежал домой, в колени, жена, прости, бесы попутали. Атмосфера, понимаете, есть поместная церковь создает, мы создаем атмосферу, и это влияет тоже. Поэтому очень Иисус говорил, что если ты ненавидишь брата своего, ты ходишь во тьме и не знаешь, о чем, обо что споткнешься. Ты как в Псалом 35:10 говорит, во свете твоем мы видим свет. Когда ты во свете, в любви братской ходишь, у тебя откровение, ты ориентируешься в жизни. Это вот система навигации. А если у тебя с братьями плохо, со сестрами плохо, с этим плохо, то ты как бы во тьме, ты не видишь, не с тем связался, деньги не туда вложил, не туда поехал, там опоздал, тут не получилось. Просто, может быть, у тебя проблемы в отношении с братьями и сестрами. Надо атмосферу нагнетать братскую, и у нас им и света больше, и будущее будет понятно, и мелкие какие-то решения интуитивно быстро принимать, и главные судьбоносные решения будем принимать. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Да? Помните? Псалом 132, псалма читаю, и все. И это короткий уже мысль заканчиваю, давно здесь сидим. Псалом 132. Я вам на доске написал послание. Чтобы два стиха там написано, посмотрите. Как хорошо, как приятно жить братьям вместе. Классно же, да? Руки болят, ноги болят, уставшие. Кстати, Бог поднимает вашу церковь. Я был подсобником у Максима позавчера. Не у Максима подсобника, а у вашего Максима, который на стройку ходит. Я у него спрашиваю, он мне подкаст, я ему подаю, он такой весь, вот в церкви вот это должно происходить, поднимать. Но одно я об этом хотел говорить, но я пропустил это, потом уже скажу, что там с Иофором связано, какое он откровение о церкви получил, но я потом скажу. В общем, Псалом 121, как хорошо, Псалом 132, как хорошо и как приятно братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий бороду Ааронову, стекающий на края одежды. Есть Аарон, есть помазание, если ты на этой церкви есть помазание, и все мы должны повиноваться этому помазанию. Оно не только на Максиме, оно на Максиме, как он ангел церкви, да, послание. Но оно не только на нем, оно еще и на нас. И когда мы в послушании свое место занимаем, это помазание действует. Врата небесные, атмосфера, это все есть. Оно стекает с бороды Аарона на нас. Это как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские. То есть свежесть, помазание, благословение. Ибо там заповедовал благословение. Господь, благословение, жизнь навек. Именно в этой атмосфере ты получишь благословение, жизнь навек. Если это в атмосфере у тебя как христианин, ты автономный, для тебя церковь поместна, это так. Или ты в церкви приходишь, ты все равно чувствуешь, даже если ты для всех чужой, но это как? А для вас я никто, как и вы для меня. Помните песню? Шансон, да? Для вас я никто, как и вы для меня. Тут, вот если я для вас никто, но не вы для меня, песню меняю. Даже я для вас чужой, но вы мои родные, я вас люблю. Вот в таком состоянии. И когда вот это состояние в церкви есть, любовь, именно в таком состоянии есть благословение, жизнь качественная. Псалом 121, все. Духовный портрет церкви. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. Радуемся, когда в собрании. Аминь. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим устроил Иерусалим.
как город, слиты в одно, куда восходит колено, колено Господне по закону Израиля, славить имя Господа. Разные колена, священники есть, но есть Дана, там Исахара, у каждого кто-то педагоги, кто-то домашнюю группу, кто-то строители, у каждого свое дело, Бог там нас благословляет, но по закону Господню мы приходим сюда, как кульминация, да? Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Вот у Давида была атмосфера, да, хорошая. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуешь, любящий тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих, ближних моих, говорю я, мир тебе, ради дома Господа Бога наш желаю тебе блага. И я говорю вам, братья и сестры, вашей помешанной церкви, мир вам, мир домам вашим, мир детям вашим, мир всему вашему. Да благословит вас Господь, Церковь Божия. Аминь.